17 игровых автоматов изъяли курганские полицейские из клуба по адресу Советская, 119. Нелегальная точка по проведению азартных игр работала с соблюдением строгого фейс-контроля. Открывали по звонку и только своим клиентам. На момент визита правоохранителей в зале присутствовали несколько игроков и администратор. Хотя игорная деятельность по федеральному закону запрещена, но тем не менее данный клуб существовал. И игра там велась, граждане проигрывали большие денежные средства в большом количестве. Азарт у людей все-таки существует, поэтому пришлось закрывать этот клуб. Административный материал составлен на администратора клуба. В ближайшее время его направят в мировой суд. Автоматы будут уничтожены. Однако это не останавливает предпринимателей, говорят полицейские. Штрафы за незаконную игорную деятельность в десятки раз меньше сумм, которые оставляют клиенты. Примером тому служит и этот клуб. Стражи правопорядка наведывались туда уже несколько раз. Администраторов привлекали по данному адресу. И изымали все игровые автоматы уже неоднократно. По тем также изъятиям было принято решение о наложении штрафа и уничтожении игровых автоматов.